А, кстати, это странная хуйня, смотрите, вот эти долбоёбы, которые стримили на Читурбейте, да, их давно не было, где-то 2 недели. Ну, с тех пор, как я лазил по татке, да. Ну, и выпустил видео, что я там, ну, искал их, да. Они оказались не на татке, а вообще в жопе там где-то. Ну, я говорил, где. В Зеленой Роще, то есть это очень далеко ехать. Это нужно или через 3 семерки хуярить. Это очень далеко от меня. Это пиздец. То есть очень далеко. На той стороне, короче. То есть ту сторону надо всю проехать. Ну, правый берег весь проехать и левый берег, пол левого берега проехать. Это очень дохуя. То есть, блядь, ебануться. Ну, пол правого, да. Пол правого, пол левого и мост. Представьте, это, ну, довольно дохуя расстояние, блядь, я не знаю, километров, ну, не 15. Не меньше. Скорее всего, больше даже. Может, даже 20, хуй его знает. Потому что мост тоже дохуя, ну, километров, наверное. Ну, 4, наверное, он точно есть, мост. ЕХЗ, ну дохуя, в общем, все это, блядь. То есть выяснилось, что они далеко очень стримят. То есть туда, там какой-то район тоже такой, ну, нищий, обосранный. Типа как Ленинский, да, только на левом уже. Там как бы и не хуже район там, потому что Крас, по-моему, недалеко. То есть обосранный тоже завод этот. Там не экология нихуя. Там, наверное, еще хуже, чем на правом экология. Около Краза этого. Так вот, смотрите. Вчера они стримили. По-моему, первый раз с тех пор, как я ездил туда на татку их искать. То есть они 2 недели ушли в затишье. Почему? Хуй знает. Именно после моего видео они что-то загасились. Ну, я еще думал, какого хуя, почему их нету. Ну, хотя я редко заходил на Читурбейт последнее время. Но после того раза я заходил часто, проверял. Где-то с неделю я заходил, проверял, но их не было. То есть по Красноярскому я заходил временно, да? Их не было. И, короче, смотрите, вчера они первый раз, я их увидел. Ну, онлайн. А сегодня заходит какой-то мутный хуй, и плюс коммент еще на видео оставил он. Я, правда, не знаю, когда это было, он оставил его, я не посмотрел. Сейчас я гляну, кстати. Он оставил коммент, типа, чё, когда ты их найдешь? А я не знаю, кто это, чё за хуй, я его вообще первый раз вижу. Но это точно не мой постоянный зритель, да, какой-то. А, 5 часов назад. И он написал друг, когда их найдешь. Назаренко Константин, еще и Фиосову написал. То есть это ёбнуться. Но это точно не анонимус, да, и не мой зритель, да, который никогда не напишет свою фамилию, блядь. Это бред, блядь. Ну, видно, что какой-то додик, блядь. Этот, как его, залетный петух, блядь, зашел и вообще не понимает, что тут происходит, он оставляет коммент, блядь. Ну, не понимая, что я вижу всех, блядь, насквозь, нахуй, да? И смотрите, он пишет, когда друг, во-первых, друг, какой нахуй друг, блядь, что за пиздец, блядь, что за кринж ебаный, какой друг я тебе, ты еблан, блядь, сука. Это во-первых, то есть здесь никто так никогда не напишет, то есть мой подписчик, никакой друг никогда в жизни не напишет, блядь. То есть это уже говорит о многом, нахуй, понимаете? О многом. То есть так же, как маргиналу как-то тоже сказали, дружище, он говорит, хуище, блядь. Вот я, говорит, какой друг ты, еблан, блядь, сука, косорылый. Иди нахуй отсюда.
Так вот, значит, дружище, блядь, ебаное. И, короче, он пишет, когда ты их найдешь. А они вчера были онлайн, то есть очень долго их не было, а вчера они вылезли онлайн. А сегодня этот хуй пишет, когда ты их найдешь. То есть можно прикинуть хуй к носу, да, типа. То есть они там, может быть, на это, присели на, как это сказать-то, ну, на очко, может быть, я хуй его знает, блядь, из-за меня, что ли, все пиздец. То есть, блядь, ну, я так думаю, я, конечно, блядь, ну, ЧСВшный еще, пидор, да, ну, вряд ли из-за меня, конечно, но я как бы, как ЧСВ, я предполагаю, что из-за меня, видимо, да. Ну, вряд ли, конечно. Ну и, короче, вот какой-то хуй пишет, когда ты их найдешь. И, смотрите, на канале я там, блядь, редко что читаю, отвечаю, мне вообще похуй, да, я, блядь. И это... А он заходит, блядь, в конфу сегодня, блядь, в конфу заходит. Он как-то ее нашел, хуй знает. Наверное, другие видосы чекал там, есть еще хуй его знает. И он, кстати, в конфе написал, что он с Казахстана. Представьте, да? А с Казахстана у нас был только один чувачок с альпаками. Кто помнит, да, из старых этих. Только один был чувак. Это с альпаками чувачок. И он уехал в Чили или хуй знает куда там он уехал или не уехал, не знаю. Но его больше нету. Вот он единственный был с Казахстана. И он просил меня флаг на стену повесить. Ну, когда я буду вебку, а я ее не буду никогда включать и стримить с вебки, да. Он говорит, типа, я тебе задоню. Сколько-то там он обещал, 600 рублей, что ли, да, помните? За флаг Казахстана. Ну, блядь, флаг Казахстана с Алиэкспресса, опять же, заказывай, да. Он те же 600 и стоил бы. Или 700 даже он там говорил, помните? Ну, в первый стрим мой, или в один из первых. Вот. А почему Казахстан-то я упомянул там? Почему это странно? А потому, что я этого дурачка, который стримит, да, это ёбль вот этой Саша Уэй, да, я его, блядь, забивал на сайт, искал его ВКшку, и мне выдавало, кого бы вы думали, да, вот таких же из Казахстана как раз, чувачков. То есть у него корни, видимо, там. Ну, то есть, похоже, ёбла мне выдавала, и выдавала именно с Казахстана. То есть совпадение, да, такое тоже интересное. Ну и вот и все, как бы, вот такая вот информация. Я думаю, что тут все понятно, да, какой-то хуй. И он сам же пишет, что он с Казахстана. Дружище хуище, блядь, так сказать. Ну, то есть они там или уже на очке, или что, я не знаю, на измене сидят, да, стримят. Я вчера открыл стрим, но что-то это, я его закрыл сразу. Мне что-то, ну, не знаю, не стал смотреть, что-то, блядь. Ну, не было времени, я вчера фильм смотрел. Я, кстати, «Фантазма» 4 части посмотрел. Ну, «Маргинал» говорит говно, но мне, в принципе, не то, что он зашел, ну, блядь, он, конечно, не очень, фильм-то старый, блядь. Но, в принципе, мистику я люблю, поэтому он мне более-менее так на 6 из 10 где-то. В принципе, смотрибельно. Хотя, конечно, старенький, блядь. Потом еще Пиппин Том я смотрел, ну, неважно, блядь. Бля, пиздец, спулил говна, и сейчас ебаный рот. В общем, пиздарики, да? Так вот, они на очки или что там это, вы поняли, да? Так вот, и я и говорю, что типа как... Вроде как,
Ну, чувачок мутный какой-то, да? Ну, я так понял, там какая-то уже тима их собралась, и, видимо, этот дурачок позвал каких-то дурачков, и они там уже не вдвоем стримят, а еще какой-то, скорее всего, шнырь там стоит, караулит. Ну, я так думаю, это мое предположение. Но этот шнырь, видимо, такой, знаете, школьник, долбоеб, и ему не втерпешь, и он вот начал писать, когда ты их найдешь, да? Ну, а кто еще мог это написать? Вот мой подписчик, видео старое уже, блядь, оно нахуй уже протухло, блядь, ему месяц там почти, да? То есть мой подписчик, они сразу смотрят, мои подписчики, блядь, и сразу комментят. А этот долбоеб, он именно сегодня откомментил, 5 часов назад. И именно сегодня он в конфу зашел. То есть понятно, что это дурачок. Я не знаю, как он его загуглил. Может, им скинул кто-то, хуй его знает, а кто. И опять же, на этом видео довольно много просмотров, как ни странно. То есть, возможно, они гуглят там иногда вот этот ник, или хуй его знает, да? А может, им кто-то скинул. А кто им мог скинуть, я хз. То есть только мой подписчик, наверное. Ну, это такое себе предположение. Как они могли найти вообще это видео, если, ну, у меня закрытый канал такой. Ну, может быть, кто-то скинул им именно на чатур туда. Возможно. Ну, хз. Бредятина какая-то, да? В общем, не знаю, пишите, что вы думаете, но это подозрительно. То есть это явно, то есть какой-то долбоёб. Ну, не просто так написал, правильно? То есть это какая-то целенаправленная акция. Видно, что чувачок не понимает, где находится, блядь. Не пришей к пизде Мишу, короче. Он не понимает вообще, что происходит, да? И как бы они там, видимо, караулили, может, меня, да, или что, я не знаю. То есть кто-то им скинул, скорее всего. Это практически стопроцентная информация, то есть это, ну, прикинуть хуй к носу не представляется, не составляет труда, да? То есть что там происходит, так сказать? Вот. А я, если бы их искал, там, да, ну, понятно, что мы хоть и в одном городе, да, но, смотрите, как бы, блядь, вот их сейчас какой-то дурачок там охраняет, да, он сейчас будет там дня два, трансляции две, может, с ними съездит, а потом-то они будут опять одни, ёпта. А у меня вот хуй, то есть это ударит моча в башку, я все-таки решу к ним поехать, да. Но это будет не сегодня, и не завтра, и не через месяц. Это может летом будет, блядь, вообще. А может осенью, хуй его знает, блядь. А они стримят, походу, именно на том месте все время, блядь. А то дурака там точно не будет уже. Ну, либо он шоблу какую-то собрал, да, блядь. То есть, а я такой человек, я же не буду каждый день их ездить, искать, нахуй они мне нужны, я что, ебанутый, что ли? Тем более ехать, я говорю, очень далеко, это километров 20 на велосипеде, блядь. Ну, не 20, но мне кажется, да, 20, потому что вся татка, вот я от подъезда засекал, то есть там около 20 как раз, вот ее вокруг объехать, блядь, и до подъезда, да, вернуться. То есть это 20, блядь, а туда ехать вот именно, что примерно так же и будет, в общем-то. Но еще и вернуться надо домой, блядь. То есть, блядь, там, наверное, больше 20 будет. Да, там, блядь, реально, скорее всего, блядь, километров 25, наверное. Потому что реально дохуя. Это на той стороне, блядь, я говорю, зеленая роща ебучая. Это вообще дохуя ехать. Они, видимо, там живут или снимают, я хуй его знает.
Но, скорее всего, живут, потому что они всегда там стримят, даже летом, даже записи я видел их, да. То есть там очень давние, уже летние, по-моему, я хуй знает, осенние, что ли, там какие-то были. Они там же стояли, блядь. Хотя, может, и не там же, там летние какие-то записи были, вроде где-то в другом месте, ну, хуй знает. Опять же, если бы я туда вообще поехал, да, или если бы я их вообще нашел, да, допустим, то я бы чё, блядь, я бы чё, к ним прям подбегал бы, что ли, да ну нахуй, я чё, еблан, что ли? Я издали бы посмотрел, да, там, не знаю, там за километр где-то, приблизил бы телефоном. А лучше, я говорю, для этого иметь, не знаю, Panasonic 100-400 объектив с матрицей Micro Four Thirds, да, вот эти ебаные, которые еще X2 увеличат, блядь, и за километр где-то, то есть, хорошенько их заснять. Но, блядь, у меня нет такой камеры, ёпта. А в идеале вот ее бы надо, а у меня ее нету, нахуй. А телефон там, как бы, ну, увеличит, но там будет все размыто, блядь. И нихуя не видно, блядь. Ну так, пруфы можно будет заснять, что вот там кто-то, это пиксели, блядь, вроде как что-то есть, да, там, блядь. Ну и хуй знает, блядь, кому это надо. А подходить я ебал в рот, блядь, близко. Ну как бы, потому что там неизвестно, что у них на уме, да, блядь. Может, этот долбоеба переклинит там или еще что, я хуй его знает. Ну, нахуй надо это все, да? Так, по кустам можно полазить было бы. Издали. То есть, издали очень далеко, как бы. Я точно знаю, где они там, потому что, ну, блядь, там три дома этих стоят, видно дорогу, блядь, ну, подъездную вот эту. Грунтовку, в смысле... То есть там все это видно, блядь, фотки. Там даже, по-моему, прям на острове, на этом... Ну, не, там не остров, там это, зеленая роща, я говорю, какой-то типа парк, да, но это не парк нихуя, это так чисто для бичей, там какая-то хуйня. Типа Татышева, который в 90-х Татышев был, да, обосранный, то есть без велодорожки. Вот там такая же хуйня, то есть там никто ничего не делал. Там просто грунтовая хуйня и несколько деревьев. Ну, я показывал в конфе. То есть там нихуя нету, блядь. Ну, то есть это вот этот хуй, это точно был не подписчик. То есть это какой-то хуй был левый. Гарантию даю. То есть им кто-то видео, видимо, скинул, потому что просмотров там было больше. Ну, немножко больше. Ладно, хуй с ними долбоёбами, блядь.